Возле Белого дома зажгли автоёлку. Необычный флешмоб прошел в областной столице. На парковке возле областной администрации участники проекта «Безопасные дороги во Владимирской области» совместно с автомобилистами «СТ-клуб» и при поддержке волонтеров «Молодой гвардии Единой России» составили автоёлку из 41 автомобиля. Такой предновогодней традиции уже 4 года. Первую подобную акцию автолюбители провели в 2016-м. Организаторы отмечают, главная цель флешмоба – поднять настроение жителям Владимира и поздравить их с наступающим Новым годом. Елка получилась замечательная, очень красивая. С высоты квадрокоптера мы обязательно заснимем видео. Хотелось поблагодарить всех участников, которые приехали. Спасибо им большое. Будем собираться так каждый год. Ну и всех с Новым годом. В преддверии Нового года хочется поддерживать эту атмосферу, чтобы вот эти наши тяжелые дни с пандемией, она ни в коем случае никаким образом не влияла, этот вирус, и у народа было настроение новогоднее. Оказывается, составить новогоднюю красавицу из машин не так-то просто. Каждый автолюбитель в буквальном смысле должен знать свое место и припарковаться так, как располагаются ветви на еле. И если на земле при расстановке машин не всегда понятно, что получается, то с воздуха прекрасно видно, как из машин сначала образуется ствол дерева, а затем и ветви. Ну и какая же новогодняя красавица без гирлянды? Чтобы автоёлка засияла новогодними огнями, автомобилисты включили фары и дружно посигналили в честь наступающего 2021 года. Очень радостно участвовать в таком мероприятии. Все ребята приехали на своих автомобилях, хотели поздравить наших владимирцев с наступающим Новым годом, поднять настроение. И мы очень довольны, что это получилось, и получатся хорошие кадры с автомобилями. Поздравляем всех владимирцев с наступающим Новым годом. Желаем крепкого здоровья, желаем всего самого хорошего и хороших впечатлений.